5 утра у Фредди. Сиквел. Ужасы Фазбера. Скоро открытие. Твою мать! Охранник, где же ты? Мои булки ты не тронешь, хам! Мат твою налево! Когда я с тобой закончу, твое лицо будет похоже на картофельное пюре! Ага, окей, чел. Hello. Хорошо, пойду найду того ребенка. А потом я тебя убью нахрен! Лады, пока! Удачного пути! Ладно, что у нас здесь такое? А! Там не было никакого ребенка! Еще проверь! Я знаю, что ты прикалываешься надо мной! Где ребенок? Где ты его прячешь? Чувак, я не знаю! Ты просто... Фредди за тобой. Фредди? Привет! Привет, Фредди! Здорово, Фредди! Привет, охранник! Фредди, не говори с этим парнем, он мудила! О, ругательство! Фредди, он прячет где-то ребенка и не показывает мне где! Ты знаешь, что это значит? Мы не можем устроить вечеринку, Фредди. Нет! Да, нам нужно найти его, Фредди. Он хочет праздничный торт. Я выложусь по полной, мэм. Хватит читать фанфикшены, они тебя путают. Я начинаю думать, что нет никакого ребенка. Просто лучше ищи, чувак. Ну все, Петрила, я захожу внутрь. Но сначала я еще раз проверю, чтобы убедиться, что ребенка не существует. Какая халявная эта работа. Что ты, блядь, такое? Привет! О, это мой шанс, чтобы подловить элемент внезапности! Защищайся! А, блядь, коленки! Отмонтируйся, сучка! Спасибо за монтировку, Фокси! Фокси, какого хрена? Я не знаю, мне скучно! Эй, Спрингтрэп! Что? Слышишь? О, отъебись вообще, а?